Всем привет, друзья, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в мой новенький видосик. Ребятки, ну что, у нас вышло обновление, прошло уже 2 дня после обновления, и настало время разбирать его по частям. Друзья, сегодня разберемся, что в этом обновлении такого интересного, какие секреты, какие вообще есть варианты получения новых секреток. Ребятки, у нас получается 3 секретки, я был в шоке, я сначала не знал, потом как увидел, 1 секретка, потом 2 секретка, потом 3 секретка. Ребятки, короче, кучу всего добавили. Плюс у нас новые зачары, сейчас посмотрим, как быстро их делать. Короче, ребятки, сейчас начнем. Сейчас все проверим, ребят. Ну, а с вас, как всегда, лайкосик и подписочка. И, ребятки, не забывайте, что в нашем телеграм-канале проходит конкурс на 100 тысяч кемасиков. И следующий конкурс у нас будет на секреточку. Так что заходите в наш телеграм-канал, ссылочка в описании. А я начинаю, погнали! А спонсором ролика выступает сайт FunPay, где вы можете купить робоксы, петов и многое другое в любой игре. Все, что вам нужно сделать, это найти нужную игру в списке, выбрать, что хотите купить, проверить продавца, купить предмет, после чего получить предмет и подтвердить сделку. Покупайте робоксы и предметы в любимых играх на FunPay. Лучший сайт, который экономит ваше время и деньги. Ссылка в закрепленном комментарии. Итак, ребята, зашли мы в игру, увидели, что у нас появился новый баннер, точнее новый баннер с апдейтом. Тут, короче, дофига всего понаписывали. Давайте по основному пройдемся, пробежимся. Короче, тут у нас, во-первых, добавили виши. Виши у нас тут стоят, если вы еще не знали, по процентам. Если вы в нормал заходите, 5% добавили. Если в харде, у вас 8% уже здесь. А если в Nightmare, 15% получения. Раньше, конечно, было намного жестче. Также у нас появились донатные виши, ребята, как без доната. Вот такие вот Divine Wish. Они, как видите, ребята, меняются. То есть, получается, если вы ставите вот такой вот у нас шанс процент, шанс вообще выпадения 0,10%, если у нас, типа, Divine донатные, которые, то 0,30%. Шансы вообще просто нереальные. Но, ребята, это не беда, если у вас есть гемасики, вы можете, в принципе, их купить на аукционе, точнее, на тренинг-плазе их продают. Правда, я уже не помню, по какой цене, где-то в среднем 20, 30, 40 тысяч, кто как продает. Так, Battle Pass, ребята, я уже открыл, у нас получается за это время, ну, всего лишь сколько? 7 уровень. 6 уровень. Пока что еще не выбивал. Кстати, можно получать, как видите, виши еще из Battle Pass. Короче, ребята, еще один прикол, смотрите, у меня премиум, оно стоит, если купить премиум, по-моему, 699. Да, 699. Но, ребята, вообще есть одна прикольная штука. Если у вас есть гемасики, вы можете зайти на трейдинг плазу и купить уже готовые, ребята, потому что они гифтом идут. Смотрите, какая прикольная штука. Вот мы сейчас зайдем, найдем, кто продает, ребята, и мы увидим, какие у нас цены. Ребята, я купил, получается, себе вот этот вот Battle Pass, который премиум, за гемасы, я ни одного робокса не потратил. Давайте мы сейчас найдем какой-то любой сервачок, более-менее нормальный. Так, что у нас тут? А ну-ка, есть что-то? Есть? Пока не вижу. О, ага, это звезды у нас. А нам нужно Battle Pass. Короче, ребята, бегаем, ищем. Третий сервак, смотрим, есть на третьем серваке, по-моему, есть. Вот, есть, ребята, випки есть. Смотрите, випка стоит 125, она стоила 180, 200. То есть вы можете випку купить за 125 тысяч. А тут у нас что? Тут у нас, вот он, ребята, за 400 тысяч. Короче, ребята, я находил на 380-350. Я его купил тоже за 400, но можно найти дешевле на самом деле. Вообще, я видел чувака, который по 280 продает. Покупайте вот такой вот Divine эксклюзивный, и вы просто босс. Ну и плюс випку можно взять. Випку можно найти за 180 тысяч. О, уже смотрите, уже забрал кто-то за 200 тысяч. Ну, короче, 200-180 можно взять. То есть у вас, получается, будет и випочка, и шопа. Вот она, и премиум пас, ребят. Правда, я не видел, что вы продавали Shiny Hunter, но я думаю, можно договориться с кем-то. Если это продается, то это тоже можно, в принципе. Я думаю, можно с кем-то договориться, ребята. Вы за гемасики у него купите. Заходите к нам в Дискорд-канал, на наш Дискорд-сервер. Пишите, что куплю за гемасы Shiny Hunter. Либо вот это, если вам надо. Но, ребят, я бы это, конечно, не скипал. Вот премку можно взять, випку и Shiny Hunter. Вообще, за гемасы можно только так. Так, тут у нас мифик какой-то появился. Я, правда, не знаю, ребята. Идите, посмотрите, какие, точнее, покажите, какие у него статы. А, вот еще Divine Wish, и можно получить еще 3 штучки, если вы купите премиум, если у вас будет бесплатный Battle Pass почти в самом конце. Так, с этим мы разобрались, ребята. Теперь, что у нас еще интересного? У нас самая интересная штука, это, конечно же, секретки. И еще, ребята, прикольные штуки, которые называются Spirit Orbs. Ну и плюс мы сейчас еще дойдем до портала, ребятки. Портал — это вообще пушка. Я вам сейчас покажу, откуда выбивается. Ребята, у нас 2 разных портала, видите? У нас есть вот такой вот Cursed Kingdom портал, а есть просто Kingdom порталы. Короче, они разные. И оттуда разные секретки падают, я даже не знал, я просто офигел. Так, давайте по Spirit Orbs. Ребята, конечно, Spirit Orbs — это такая, конечно, интересная штука, я офигел. Короче, я уже поставил себе на Spirit Orbs, поставил, правда, своего самого сильного, свою самую сильную секретку, вот эту вот, которая у меня. Вот же, ребята, и смотрите, видите, у него стоит вот такой вот, получается, Spirit Orbs, который у нас вообще с шансом выпадает 18,5%. Это я один раз просто крутанул, посмотреть. Короче, increases the money gained by the unit на 20% больше. То есть, если он валит, он
он получает на 20% больше за одного юнита. То есть, по сути, если вам нужно деньги, можете всех таких зафигачить просто на всех. Ребята, но, конечно, самый лучший 0.3%. True Spirit называется. The unit deals an additional 5% дамаг. Each enemy within its range up to maximum 75%. Короче, 5% каждый раз набивается. То есть, оно стакается и максимально до 70%, до 75% всех, кто вокруг его поле зрения попадается, все получают такой нереально жесткий дамаг. Это очень круто. Вот давайте мы сейчас поставим сюда, кого? У нас 57 орбов есть. Я, правда, хочу насобирать эти орбы, чтобы хотя бы штучек 100. Давайте мы поставим, кто у нас по силе второй идет. Пока не будем его тут менять. У нас по силе второй идет. Давайте вот этого чувака. Депрогеймер, ребята. Вообще, самонеров обожаю. И, кстати, ребята, я не знаю почему, но почему-то они бывают фейлятся. Я в шоке был. Смотрите. Надеюсь, сейчас не зафейлится. Я его разблокировал. Но у меня было первый раз зафейлилось. То есть, ничего не дали. Смотрите, выбираем его. Так, Самон Эспирит, давай. Тыдыщ. Секрет Спирит. Сакрет Спирит. Это что у нас такое? Сакрет. Это что такая-то фигня? 4%. Deals 30% мода маг. When no other units are within its range. Ну, конечно, такое. 4% вообще. Я, в принципе, наверное, знаете что? Давайте мы сейчас зачарим всех полностью, которые у меня есть, которые я юзаю. Давайте вот эту вот подругу. А что мы этой подруге можем сделать? Кстати, у нас тут есть что-то такое, что она гейнит будет больше денег. У нас тут дамаг. Тут у нас дамаг. Кулдаун. На кулдаун может. А что кулдаун? У нас на кулдаун еще не влияет. Это кулдаун, если мифик этот будет, которая ферма мифик, то тогда она может быть, будет лучше. Вот, короче, на ферму даже ничего нет, ребята. Что-то повышало. Поэтому давайте мы закинем, кто у нас по силе следующий. Давайте Чейнс Кинга. Вот так. Крутанем ему разочек. Он у нас, правда, заблокирован. А ну-ка. No Spirit. Это что такое? Подождите. Это потому, что он заблокирован? Или что? А ну-ка еще раз. Golden Spirit. Видите? Видите? Я говорил, ребята. Я говорил. No Spirit. Короче, бывает такое, что оно вообще просто слетает. Непонятно почему. То есть не дает никакой шанс. Вы только что видели. Вот это, конечно, плохо. Потому что можно потратить непонятно на что. Мне опять такой же дали самый простенький. Получается такой же, как у Годжу. Но зато больше денег будет давать. Но, ребята, но нам хватает пока что денег. Поэтому тут, конечно, нужно будет рерол делать. Потому что вот эта вот ерунда, это, конечно, 18.5%. Это вообще просто, просто бред. Оно вообще никому не надо. Я не знаю, кому оно надо. Но у меня ферма хорошо дает. Так, ребята, теперь самое главное, к чему мы пришли, ребята. Это у нас порталы. Как, короче, заходить в порталы. Как выбивать порталы. И как быстро попадать в порталы. Прикольные порталы, даже если вы не выбиваете. Ребята, короче, вы можете выбивать вот здесь. Получается, выбивается оно в Infinity. Infinity мод, как видите. Видите, 50% у нас портал получается рарный. И 30% у нас эпик. Но мне что-то слабо с них падают, кстати. И, кстати, чем ниже получается у нас Infinity мод, чем слабее локация, и меньше процентов, ребят. Но я так не делаю. Ребята, очень просто, как я делаю. Я просто залетаю сюда в лобби. Вот. И стою сюда и пишу, что я пойду в портал. Вот, есть чувак эпик. Пойду с вами в эпик. Вот чувак заходит. Мы сейчас к нему зайдем и можем каким-то шансом получить то, что здесь написано. Как видите, ребята, 50% Spirit Orb, Red Crystal, короче, Demonic Extract и так далее. Но я сейчас заходить в него не буду, потому что он бесполезный, ребята. Нам нужно что-то получше, поинтереснее. Вот еще один портал человек поставил. О, мифический, ребята, вот это уже получше. Мифический портал, вы заходите, у вас здесь шанс, что вы получите секретный. Ой, опять чувак его забрал. У вас шанс, что вы получите секретный портал, ребята. Секретного портала у нас 100%, ребята, падает секреточка. Ребята, вот она, вот эта вот секретка. Я уже ее выбил, у меня их две. Получается, Демон Лорд, это обычный, и вот такой вот Шани. Это у нас первая секретка. Потом, ребята, мы еще одну секретку можем получить, если мы зайдем в необычный портал. У нас есть тут два портала. Есть портал, который называется просто Kingdom Portal, а есть который вот этот вот Cursed. Вот если у вас попадается Cursed, вы попадаете в Мифик, и вас в Мифик Cursed портале выпадает еще и секретный портал, то тогда вы в этом секретном портале со 100% шансом можете получить еще одну секретку, которая называется Cursed Berserker Knight, который рыцарь типа. Это у нас получается вторая секретка. И, ребята, у нас еще есть третья секретка, которая тоже выпадает из порталов, которая называется Dragon Mage, ребята. Это третья секретка. Если вам повезет, вы тоже ее можете получить. Короче, вы поняли, да, как в порталы попадать? Лучше всего зайти вот сюда и вот такой вот попадать на такой вот портал. Вот Cursed. Видите, Cursed. Можете сюда зайти и получить Kingdom Cursed портал. Вот кто-то заспавнил портал, вы просто заходите сюда, как я только что зашел, и полетели. Давайте я напишу чуваку. Go. О, все, он уже зашел. Давайте мы сейчас до конца дойдем, посмотрим.
посмотрим, что нам дадут. Тут вот эти вот порталы, конечно, вообще прикольные, они не тяжелые, ну, по крайней мере, для меня. Если вы будете сами проходить, вам лучше, конечно, это все делать с кем-то, потому что тут мобы летят, бывает очень быстро, бывает вот сейчас как вот со щитами стоят, их неудобно очень валить. Но мне вообще ни разу не было такого, чтобы я в соло даже не смог пройти, ребята. У меня, слава богу, юниты нормальные, и я могу в соло пройти вообще любой портал. Прям каждый портал, который здесь есть, я могу в соло пройти, я все проходил уже в соло. И вам, конечно, если у вас юниты послабее, вам нужно команду собирать лучше из друзей, тогда вы не тратите свои порталы, и тоже больше шансов, что вы что-то выбьете нормальное. Так, давайте мы тогда сейчас, я скипну, мы сейчас пройдем его до конца. На такой портал где-то в среднем уходит 10-13 минут у меня. И, кстати, ребята, если вы открываете портал, у вас шансы получения других порталов больше. И шансы получения на последнем, на секретном портале, после мифика идет секретный портал, если вы выбиваете. На секретном портале шансы получения секретки 100%. Но если вы заходите в чужой портал, у вас, по-моему, шансы получения секретки 6%. Если я неправильно написал, то напишите, какие проценты. Но то, что вы 100% получаете, если вы открываете сами этот портал, то это 100%. Так, ребята, 25-я волна, 44 миллиона дебага я набил. У нас тут последние бобы идут. Мы сейчас их сливаем и посмотрим, что мне дадут. Ребята, с учетом того, что я зашел в чужой, я в чужой зашел портал, ребята, шансы меньше на получение другого портала. Если вы сами открываете портал, я уже вам говорил, вот боссик идет, сколько у него здесь? 11 миллионов 630... А не, 1 миллион 163 тысячи. ХП, сейчас мы его сольем и посмотрим. Так, сливается, да, сливается, да, сливается. 50 миллионов дамага добили. И у нас что по результату? Есть, ребята, нам дали Cursed Kingdom портал. Отлично, а это просто пушка. Возвращаемся обратно, открываем его и смотрим, что в нем, ребят. Находим сюда. Я пока что его юзать не буду, я потом его заюзаю. И посмотрю. Если вы хотите, кстати, заюзать его с друзьями, можете вот так вот нажимать. Только друзья зашли. Ребята, и видите, Cursed Kingdom портал секретка. Если вы его получаете, тогда у вас отсюда со 100% шансом выпадает новый Cursed Knight, этот вот берсеркер. Точно так же, как перед этим у меня получилось, вот, выпал вот такой вот 100% шансом. Точно так же выпадает этот берсеркер. Поэтому, ребятки, пробуйте. Желаю вам удачки. Следующий ролик будем смотреть и тестить, убивать Almighty и будем по максимуму прокачивать новую секретку. У нас 3 секретки еще впереди, ребята. Если ролик понравился, не забывайте ставить лайкусики. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. И, ребят, не забывайте участвовать в конкурсе в нашем телеграм-канале. Ссылочка на телеграм-канал в описании. Там я постоянно провожу конкурсы и общаюсь вместе с вами. А с вами, как всегда, был ваш Фанрик. Желаем хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока!